Да, блин, чё ж за невезуха-то такая, а, ребят? О, пипец полный. Чё ты бомбишь-то? Ну да, чё, бомблю? Чё случилось? Гонка уже завтра! А перед началом этого ролика я задам один небольшой вопрос. Скажи, тебе нравится находить алмазы в Майнкрафте? К сожалению, в Майнкрафте не так много редких ресурсов. Поэтому мы сделали свою собственную игрушку. Epic Mine. Установи Epic Mine по ссылке в описании. И уже сегодня ты найдешь свое первое сокровище в заброшенной шахте. В Epic Mine ты сможешь собрать свою собственную коллекцию редких кирок. Добраться до центра земли и узнать, что же такое спрятано в сундуке богов. Ссылка на игру в описании. Ну-ка постановись, давай поговорим. Давай, я впервые без слышу. Без торопления. Выйдем просто и обговорим. Пипец. Что случилось-то? Ну что случилось? Какого? На мою машину посмотри, блин. Колеса уже шатаются, тормоза раздолбаны. Эти суппорта отваливаются. Двигатель стучит. Как я на ней гоняться-то буду? Ну да. Военные вот неплохо тебя потрепали. Да. Покатался с твоим танком по горам, по холмам. Ну если бы ты не поехал за мной, то тебя, возможно, бы сбила какая-нибудь ракетница. Так что еще все нормально. Но это дело не меняет. Спасла твоя как акула. Я гоняться буду? Вот как я побежу? Как я призовое место займу? А я первое должен занять, чтобы войти в доверие. Слушай, а что ты... что он тебе дал? Ты так и нам и не сказал. Да денег дал, только нафига эти деньги мне сейчас нужны? Хо! Бабло у тебя есть, да? Значит, у тебя есть бабло и есть проблема. Да. Знаешь что, Нюкин? Знаешь что? Что? Да? Если проблема решается деньгами, то это вовсе не проблема. Запрыгивай в машину. Ну, сказал ты прикольно, только я маленько не понял. В смысле, мы заплатим, чтобы нам дали первое место? Нет, помнишь коня? Коня? Он сможет, да, он сможет починить твою машину. Тот дурак, что ли, с пони на футболке? Да, помню. А чё? Он сможет починить твою машину буквально за ночь. За ночь. Точняк, только дать ему достаточно денег. А ты уже забирал у него свои двигатели, детали для КамАЗа, которые я заказывал для тебя? Нет, вот и повод тебе к нему заехать. Вот. Отлично, блин, а я уже и забыл про него. Куда ехать-то? А, вот сейчас, прямо вот за этим зомом, и потом направо. Окей, я помню, он на каком-то острове был. Вот так видишь? Вот этот остров за рекой. Нюкем. Все решается, и нечего было волноваться. Теперь пока еще ничего не решилось, так что вы меня рано успокаиваете. К мосту. Да, все, вот, ну, вижу если мост. Если конь согласится тебе в этом деле помочь за деньги. За приличные, бабло он все сделает. То проблемы не будет никакой, абсолютно. Ну, хорошо. Займешь, опять здесь направо. Хорошо, направо, понял. Убедили. Во всяком случае, надежда и появилась. И между домов налево. Налево? Торможу. Да, ну и стой, погоди. Блин, смотрите, там КамАЗ стоит. Это твой, что ли? А что за КамАЗ такой? Давайте не будем пока КамАЗе, а вы пока едьте к коню, а я здесь подожду. Не понял. А, в смысле не будем? Димон, ну ты что, поехали? Димон! Нет, я да с конём. Давайте вы уже помиритесь, а? Ну, господи, нет, взрослые мужчины. Нет, неразрешимые противоречия. Да нет, неразрешимых давайте противоречий. Коню. Димон, ты же сам сказал, если коню проблема нет можно решить деньгами, дай ему просто 5000, он тебя простит. Так идеологические это проблемы он деньгами не решаются. Беспокоиться. Если они как бы это помирятся, я тебе две то давал. Тогда не будет никакого такого у них как бы контр-битв. И тогда один из них будет работать хуже. Да пофиг, короче. Ох уж эти анимешники. Нормально не с ними договоришься. Не про детали забудьте. Ах, да, пароль Хоя Камунда. Да помню, такое не забывают. Ладно, механик, поехали. Ну ладно, поехали. Странно, да, конечно. Да, а вообще, что КамАЗ-то стоит там? Димон меня удивляет. И КамАЗ, ну это, блин, походу, не его. Не будет. Ой, же смотри, он свой опять портить. И чё, и как КамАЗ мы туда заедем? КамАЗ переградил тут все. А, ладно, все равно подвеска уже убитая, поеду вот здесь. Ну, аккуратно. Вот, думаешь, аккуратно заеду? Ну, потихонечку. Осторожно, только не утопи сейчас, как я тогда, свой гелик. Вот так вот. Ой, блин, слышал, дал удар. Да это, кажись, ты защитой Картера долбанулся. Ну, если он не починит, то я даже не знаю. Я думаю, я и до старта гонки не доеду. Да уж. Ну, я думаю, починит. Деньги ты приготовь.
Пересчитай. Хорошо. Все отлично там. Хорошо, все. Деньги с собой. Вылазь. Отлично. Блин, ну что же за КамАЗ-то такой? Ладно, тогда ты со мной пойдешь? Я... Да я тут постерегу. Что там в таком помещении узком? Нам что-то... Хорошо, хорошо. Втроем говорить. Ну что, коняра, здравствуй. Помнишь меня? О, привет. Привет. Помню. Ну как? Готово? Для КамАЗа-то? Да, все есть, все доставили. Отлично. О, возьми, вот там вот, ящички. Ага, хуэкамунда, брат. Да, ого! Да, да, ого! Комплект для КамАЗа, трансмиссия. Блин, ну спасибо. Знаешь что? Чё? Тут такое дело, как бы, ну, я тебя уже знаю как первоклассного специалиста по «Жигулям». И как раз я попал в такую ситуацию, когда, ну, без твоей помощи, ну, просто никуда. Но, опять по счастливому стечению обстоятельств, у меня есть нормальный так деньжат. То есть я вообще не обижу тебя в этом плане. Ну, а как там обвес, который я тебе поставил? Ну, отлично, отлично. Знаешь что, я тут маленько покатался на выходных. В общем, сейчас у меня не машина, а ведро с болтами. Короче, надо его... починить. Сможешь? Блин. Самое главное, нужно успеть к утру. У меня утром гонка. Зависит, конечно, от того, сколько ты мне за это заплатишь. Вот, видал? 300 тысяч. Ну, я думаю, на капиталку этого вполне хватит, да ведь? Да, хватит-то хватит. Но тут один момент есть, который мне сейчас важнее денег. Ко мне один клиент едет. Да, из-за того, что какой-то мудак преградил проезд. И никак никто не может проехать каким-то дурацким ржавым КамАЗом. Вот если найдешь способ, как его отсюда угнать, убрать, или что хочешь, что делай с ним, мне плевать вообще. Блин. Я тогда соглашусь. Ты-то про тот КамАЗ, вот ведь я думаю такое, нафига так поставили, как я проеду тогда к коню-то? И это пришлось наверное, по холму ехать. Да как я тебя уберу-то, а? Слушай, ну я же приехал, и другие тоже могут приехать. Давай, мне надо к утру успеть. Я сказал, пока КамАЗ не уберешь, я не буду с тобой здесь ничего дальше вести разговор на эту тему. Ай, ладно. Это важный момент. Обещаю, что уберу. Только главное, чтобы ты уже сейчас начал работать, хорошо? Вот, держи ключи. Если я не уберу, то ты мне просто ключи не отдашь, хорошо? Ладно. Все, в сундук положу. Давай, клади. Окей. А деньги я заплачу только, когда ты мне все сделаешь. Уж деньги да я тебе вперед давать не буду. Давай, давай. Хорошо. Убирай этот дурацкий КамАЗ. Ну что там? Слышал, да? Чего? Я ничего не слышал. Я только видел, что ты ему отдал ключи свои, и все. Да блин, отказывается, представляешь? Мне жигу чинить, пока я КамАЗ этот сраный не уберу куда-нибудь. Нифига себе. Димон! Парни, Димон, какого хрена? Это твой КамАЗ, а? Колись давай. Опять свои шутки анимешные шутишь. А зачем ты его проржавил-то? Так, тихо, 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 не кипишуйте, не кипишуйте. Этот КамАЗ хоть и куплен мной, но это другой КамАЗ. Совсем ржавый, убитый. Я запранковал коня, поставил его тут. Ну ты нашел, блин, время. Давай теперь отгоняй его нафиг. Он без этого, пока не уберем КамАЗ, он отказывается чинить. Он ржавый, сдохший. Он никуда отсюда не поедет. Ты его, что ли, на своем КамАЗе? Ну так почини! Нафига вы тогда учились в этом техникуме, учились там машины ремонтировать? Да ладно, его чинить это долго будет. У меня есть идея получше. Давайте мы его взорвем нафиг. Блин, вот одна идея офигительная другой, слушайте. О, я просто херею с ваших историй. Это хорошая идея, механик. Вот всё договорились. КамАЗ. Нет, ребята. Ой, ты чё? Смотри. Да как? Ты же убьёшь кого-нибудь нафиг. Да никого я не убью. Сейчас взорвю вам его. Сейчас я что-нибудь посильнее найду для этого КамАЗика. Воу. Стой. Подожди. Остановись. Ты чё? Ты же дом снесешь нафиг, жигули мои. Да я аккуратно. Сейчас, подожди. Так, я думаю, как бы его получше нам бомбануть так. Ой, этот мужик идет. Прячься быстрее. Прячься нафиг. За угол. Димон, сейчас он тебя увидит нафиг. Валим. Так. Конь. О, ты уже загоняешь? Красава. Да. Ну, тогда мы тебе мешать не будем, хорошо?
Чини там спокойно себе. Я все сделаю. Ой, Димон, блин, ну чуть не спалился. Ладно, пошли думать, что делать. Где механик? Взрывать! Куда он делся? Ему, блин, надо было идти ниндзя работать. О, вот и ты. Фух. Да, смотрел КамАЗ. Ну так что, взрываем? Давайте, у меня гранаты есть. Да, угу. Ну вы уверены, а? Ну а что еще делать, уверены. Если он не на ходу? Мы же не толкать его будем руками, он весит кучу тонн. Ну ладно, давай тогда свое дело грязное нафиг. Делай. Я тут подожду. Давай. Можете лучше отойти, спрятаться вот сюда куда-нибудь. А то мало ли осколки полетят. Ну блин, я посмотреть хотел. Ну хорошо, ладно. Ну вот из-за угла посмотришь. Тогда скажите, как идти, ладно? А то мало ли сколько вы там заряда заложите. Ну все тогда, жду здесь. Ай, блин, уже что ли? Чем же они там так бабахают, а? 3, 2, 1. Ай, блин, капец, это что такое нафиг был? Ай, боже мой, охереть. Нифига тут креатор! Жесть! Дебилы, блин! Конь, ну ты же просил разобраться. Вот, разобрался. Ну, да методы нафига ты взорвал тут всё? Необычные, дырень но... такая теперь, мне никто не проедет здесь. Но я же проблему решил, я КамАЗ убрал, все, КамАЗа нету. Сделал еще больше проблемы, Нюкем! В смысле? Твою ж дивизию! Да ты чё, я же КамАЗ убрал, ты же это хотел. Теперь давай восстанавливай мне дорогу. Как? Я же не асфальтный укладчик. Найди земли какие-нибудь туда насыпь, или гравий, или дерево нафигачь. Мне плевать, чем ты это сделаешь. Заделай. Иначе я твою машину сейчас превращу. Я тебе превращу. Сейчас тебя нафиг в огонь кину. Ты там осторожно, блин, с моей машиной. Давай, иди чини нафиг. Сейчас сделаю тебе асфальт. Так это, из чего мне его сделать-то, блин? Ай. Димон, где этот взрыватель хренов? Сейчас он тут все будет чинить. Придурок. Он свалил подальше. Я же сказал, что попроще возьмите. Нафига вы тут атомную бомбу сбросили? Боже, прикольно. Куда нафиг опять делся? Ну, я ему сейчас устрою. Где он, блин? Ты видишь, нет? Я не знаю, он куда-то туда. О, вон он. Офигеть. В лес свалил. Пипец, он что, Усейн Болт, что ли? Эй, ты. Да, механик. Взрыватель. Ты всех в округе перепугал, блин. Так я сам чуть не обосрался, блин. Да походу вот обосрался, вот судя да по штанам. Повезло, что... повезло, что у механика коричневые штаны. Давайте тушите тогда хотя бы. Так бомбануло, ё-моё. Он мне что сказал, пока я тут асфальт, тут дыру не заделаем, не отдаст мне Жигули. И как мне теперь здесь заделать эту дыру? Ну, ремонтника вызовем давай, какого-нибудь. Ты чё, я ему все деньги должен уже. 5000 у меня всего останется. Да, за 5000 вряд ли тебе, конечно, здесь нет, заделать. Давайте, вот если вы такие взрыватели, теперь думайте, как это все заделать. Что-нибудь-то можно придумать? Не обязательно асфальт именно делать. Ну, у меня есть лопата, с которой ты хорошо знаком. Лопата? У меня топор есть только. Вот, давайте тогда ты иди копай, а ты мне давай... Нет, ты тогда сам иди и руби, окей? А я буду следить и вами командовать, вот так вот. А то ишь ты. Вы, значит, веселитесь, а мне потом отдуваться за вас. Блин, механик нафиг! Ладно, вали ладно, отсюда! Тебя сейчас лопатой ударю. Пошли, Димон, пошли. Ты не за меня, справляться. Что? Пойдем справляться. Ну ты, Димон, даю. Да ладно, я ж пошутил. Есть еще какая-нибудь штука, там лопата, топор? Тоже помогу. На топор. Механик. Хорошо. А ты? А я пойду ягоды пособираю. А ты иди следи, как он будет мою жигу чинить. На бинокль. Ну ладно. А, я пойду к воде, я гравия там накопаю. Так что давайте. Хорошо. Чё-то ничего не вижу. Так, ты поближе подойди. В замочную скважину гляди. А, понял. Ладно, иду. Так. Блин, Димон. Ты тут? Димон! Я далеко у воды! Я даже не знаю, сколько нужно. Механик нафиг! Чего? Я на тебя смотрел, как ты работаешь. Бинокль. Ага. Слушай, как говорится, бесконечно можно смотреть на 3 вещи. Как горит огонь, как Димон набирает там воду, как люди работают. И еще есть 4-я вещь. Как я раздаю тебе лещей за то, что ты не делаешь, что я прошу нафиг. Иди и смотри за жигулями.
Да иду, 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 все, не бей, не бей. Вот какой ты злой сегодня. Ну что, 21 блок у меня есть, думаю, хватит. Сейчас еще доски наделаю. Хватит, у меня еще вот гравий есть. О! Присыпем сверху доски. Да, давай тогда снизу гравия, а сверху доски положим. Я думаю, нормально будет. Или наоборот. О, блин! Убери, я боюсь это трогать. Все. Выпал из кармана случайно. А вот тебе в капюшоне, мужик, я на Жигулях новых кататься не дам. Это он кому? Тик. Нормально, да, давай еще, нужно, еще наверное, один вниз слой. Доски, а сверху прикрыть гравием, чтобы было непонятно. Ну ладно, хорошо. Обычно так и делают. Ну вообще, я бы, знаешь, оставил такие две полосы для шин. Как тебе идея? Вот так, смотри. Ну, не знаю. Ну, давай. Нормас? Во. Нормально. А в эту колею гравия? Сыпем гравий. Просто у меня его не так уж и много. Я же вам не Халк-то. Ну, вроде норм. А я там нормально так нарубил. Ладно, не обижай. Ну, опять ты прикалываешься, слушай. На, держи. Во, на тогда доски таскай. Так, ну вообще тут, конечно, неровно. Ну ладно, плевать. Ну тогда, слушайте, сидите здесь, пойду посмотрю, как у него там дела, окей? Ага, в эпик файл потом поиграю. Блин, Димон, забыл тебя, механик! Ой! А ты что делаешь? А я в эпик файл играю, уже на 6 уровне. Во что играешь? Ого, ты крутой! Покажи, покажи, покажи. А что там за кирка у тебя? Это эпик майн, что ли? Ого! Простая пока кирка. Третий уровень, если я правильно помню. Ну, раз ты такой крутой, держи тогда тебе твою трансмиссию и кит на КамАЗ. Ого, ого. Как и заказывали. Молодец. А ты вот будешь ходить с динамитом, ничего тебе не дам. Ладно, все. Пойду за Жигулями. О, сундук! Ох, ну может уже что-нибудь сделал. Хоть посмотрю, порадуюсь. Ну ты чё? Ну ты как? Мы все починили. Все починили. Ещё рано. Высший класс. Нормально, нормально. Да, конечно, не супер это все здесь. Ну да, не асфальт. Ну проехать-то смогут. И КамАЗ больше нет. Да, думаю, смогут. Ладно, хорошо. Я еще там не доделал. Приходи где-то через несколько часов. Через часа три где-нибудь. Пойду тоже в Epic Mind поиграю. Блин, капец, позвал меня, значит, в свою комнату, сказал, что сейчас выгонит из гаража. Ух, я помню прошлый раз, я тогда знатно офигел. О, уже ты! Ну чё, готово? А? Готово? Так, подожди. Ну, я уже хочу глянуть. Пожалуйста. Ух. Ага. Мне еще гонки готовятся. В общем, ты мне сегодня настроение поднял. И я, знаешь, я решил тебя удивить. Поэтому ты сейчас очень сильно удивишься. Это во-первых. Ага. А во-вторых, давай ты так же, как в прошлый раз, аккуратненько развернешься сейчас. Развернешься. Ну ладно, давай. Сюрпризы я люблю. Да, так, не смотри. Ага. И задом. Подходи, задом. Иди. Так, ну там ям вроде не было. Там не было ям, нет. Все отлично, дорога здесь хорошая. Так, нормально? И стой, все. Ага. Ну что, можно? Теперь раз, два, смотри! А, блин, охереть! Ого! О, мой бог! О, май гад! Мой любимый цвет! А ты посмотри на руки. Пипец! Офигеть! Как ты узнал? Ну да! На груди же нарисовано. Да. Пипец, ну слушай, вот когда хочешь, ты можешь. У тебя талант, братан, у тебя талант. Вот конечно. Это да! Буду самый модный на гонке. Жесть! Ну, это жесть! Такая красивая! Так что ты 100% слушай, должен затащить. Слушай, я 100% должен тебе отдать все деньги. Иди сюда. Давай. Держи. Просто. Сейчас я повыше залезу. Давай. Вот так. Давай. Хватай. Давай. Вот это да. Вот уж называется не жалко. Держи. Заработал. Спасибо.
каждую бумажку. Каждую бумажку. Офигеть, когда я наконец-то найду деда, он до такой степени офигеет, что даже забудет, как вообще меня зовут. О, господи, ребята, я думаю, моей ласточке нужно новое название. А вы как считаете? Пишите в комменты.